очень краткое содержание повести «Левша» Николая Лескова. Если в двух словах, то сюжет повести разворачивается следующим образом. Русский император дает задание русским умельцам перещеголять творение английских мастеров – крошечную стальную блоху. Это удается механику Левше, который снабжает блоху подковами. А теперь подробнее. Император Александр I отправляется в поездку в Англию. Ему демонстрируют настоящее чудо – стальную блоху, умеющую танцевать. Император восхищен тончайшей работой английских мастеров. Он покупает блоху и привозит ее на родину. После смерти Александра I необычный сувенир попадает в руки его преемника Николая I. Новый император также впечатлен искусной работой. Он решает доказать, что и отечественные умельцы ничем не хуже западных. Николай I отдает приказ разыскать такого ловкача, который сможет придумать диковинку похлеще танцующей блохи. Вскоре такого умельца находят в Туле, его зовут Левша, и он берется за непростое задание императора. Вместе со своими помощниками Левша запирается в доме и спустя положенный срок возвращает Николаю I блоху. Император внимательно изучает механизм, но никак не может понять, что же сделал с ним Левша. Кроме того, выясняется, что блоха утратила способность передвигаться. Император в гневе, но Левша просит его внимательно рассмотреть лапки блохи под микроскопом. К своему большому удивлению, Николай I видит на блошиных лапках крошечные подковы, подбитые совсем незаметными глазу гвоздиками. Левшу награждают орденом и отправляют в Англию. Ему предлагают остаться в Туманном Альбионе, но мастер отказывается и возвращается на родину. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.